Ракушки. Ты их сразу прибери. Какая рыба, такая ракушка. Развешивай, развешивай. Ты дежурная, что ли? Видимо, вы же стоите с камерой. Значит, я дежурная. Так, камушки. Да, это мои камушки. Камешки это мои. Полосатики. Полосатики. Странные штучки. Это не странные штучки, это кунжутные штучки с лимоном. Вот ты будешь чай пить попозже. Взяли 100 грамм попробовать в магазине? Мне кажется, что это будет очень даже неплохо, вкусненько. Вот мы ничего не выкладываем, но да, оставляем. Да, все до завтра. Подъем в 6 утра. Ага. И на море. Хорошо. Что вы думаете? Вечером давайте просмотрим. Если что-то занимаемся. Не получилось, мы будем переснимать. По вечерам занимаемся. А? Сие действия. Это если что-то не получилось, мы будем переснимать. Ну, у нас, слава богу, времени еще. Это тебе так кажется. Ну, сегодня 26-е. Да, еще. Это тебе так кажется. Время потом как полетит, ты скажешь, ой, Наталья Викторовна, мне завтра уезжать. Да, это как всегда. И ты начнешь гундеть. И я тоже. Лишь бы гундеть, что за... Так, женщина. Все же было хорошо. Что начинаешь? Что начинается-то? Давай, пей чай. Через полчаса обед. Зоя приготовила вкуснятину. Ой, как хорошо. Чувствую, лимончика нам не хватает, да? Лимончика? Дать? Надо. Ну, ты хочешь, я дам. Вы хотите? Я нет. Я не буду. Мы можем, знаешь, что сделать? Потом мы сделаем. Мы можем... Да, кстати, в связи с тем, что у тебя горлышко сегодня шалило... Есть сосательные конфеты? У меня есть анис. Мы с анисом сейчас заварим. Открывай термос. Пускай он там. Мы его не будем просто выливать. Он не отдает сразу все. Мы же чай меняем постоянно. А этот анисовый цветочек, он там будет постоянно. Это спасибо Полинке. Полинка нам из Ижевска. Пряности нам присылала. Спасибо, Полинка. А. Знаешь, что можно скушать сейчас? Нет, не дам. Потом. Так, это что кофе? Не забывать, чтобы Анжелины эти... Я ж вчера забыла и перед сном уже приняла. А, таблетки? Витамин. Витамины? Витамин Б. Меня такие опять потеряли. Живали, здоровали. Ну, ты же написала, что у тебя связи нет. У нас здесь нет связи совершенно. И все наши сюжеты, которые мы потом сделаем, они, дай бог, к зиме появятся. Некогда будет. Если бы здесь была связь, мы бы потихонечку, может быть, их бы делали и публиковали. А так связи нет. Мы здесь отдыхаем от интернета, от телефонов. Село или поселок, как его называют, в котором мы отдыхаем, Юркино, раньше называлось... Да я не запомню. Ну-ка, убери прядка. Ага, вот так. И еще здесь. Вот так, ага. Как? Да, не, я не запомнила. Юргаков. Юргаков. Ну, угол, короче. Что-то да. А на каком языке это было угол? На татарском? Не знаю. Нет, мне кажется, а почему? Ну, сказали раньше, здесь много татар было. Крымские татары. Крымские татары. Ну да, наверное. В общем, здесь тупик. То есть все, дорога идет, Юркино заканчивается, и все, и дальше скала, гора и море. Дальше дороги нет. И вот назывался Юргаков и еще какое-то слово. Мы забыли. Оленька, вы уже обедать? Да.
Уже без пяти. Уже без пяти? Зоя не любит, когда опаздывает. Ой. Так, ну что, надо одеваться тогда. Ну, одеваемся, идем. Одевайтесь, девчонки. Идем, ага, хорошо, Оленька, идем. На обед. Как говорится, на обед. Ой. Накрыть. Спокойно, на спокойно. Ну ладно, мы потом чай попьем. Че? Ну, надо перед обедом. Вы не хотели, между прочим, Наталья Викторовна. Да, не хотела. А теперь уже раз начала. Что началось-то? Ну, вот началась. Нормально же общаться. Гундит, все время гундит и гундит. Вот гундит. Я не попадаю там в кадр? Попадаешь. Головой. Только головой. Сейчас вообще не попадаешь. Допивай чай. Идем обедать. Что-нибудь? Зоя, что мы сегодня едим? Вы тоже мукарите. Суп куриный, лапша. Рисовый. Суп рисовый. С домашней курочки. С домашней курочки. Да, так. И чахохбили. О, чахохбили, ну очень вкусно. Чахохбили, чтобы быстро рифму, или я. Чахохбили, чтобы, Вика, рифму придумай. Чтобы здоровы были. О, все, чтобы здоровы были. Приятного всем аппетита. Алиуш, что мы кушаем сегодня? Сегодня мы кушаем борщ. Вообще, честно говоря, не хочу говорить, я хочу есть. Ух ты какая! Ну вкусно! Вот потому и не хочу говорить, я хочу есть, потому что очень вкусно. Очень вкусно. Ну да ладно, приятного аппетита. Приятного аппетита. Курочка, Зоенька, курочка. Нищенко. Подожди, курочка гриль сегодня опять? Да. Ах ты красавица. Я стараюсь не жарить. А макароны с этим самым, с сыром. Ой, как вкусно. Да. Во сколько завтра? Завтра, сейчас мы договоримся, во сколько, значит, надо покормить нас в 12 завтра. Угу. Не в час, а в 12. Хорошо. Ой, какая вкусная. И супчик куриный. Что ты говоришь? Добавлять его. Тебе? Грустно тебе? Грустно. Посмотри, какой грустно. У тебя супчик. Смотри, какой супчик. Вкусно. Вот видите, с завтрашнего дня я не ем супчики опять. Будешь вспоминать Зоины супчики. О. Ах, какой супчик. Золотой супчик. Опять на подножный корм перехожу. Да. Таких супчиков уже не будет. Эх, красота. Надо как. Таки к маме переезжать. Тогда супчики будут. А так. Ой, вкусно как. Кушайте, там что-то. Да, кушаю. Там что-то детектива какая-то. Котовский, наверное. А-а-а. Если Галкин снимает. Галкин, ага. Это, кстати, его последняя роль живого. Да? Угу. Котовского сыграл, и все. И ну, я тоже буду кушать. Ах, какой супчик. Вкусняцкий. Не отделываюсь. Вкусненько. Опять я под камерой когда ем. Что ж такое? Вот, наконец, настал тот час, море, когда снимаю снова вас. Вкусненько.